мы сегодня решили рассмотреть такие задачи и проблемы, как стратегия управления человеческим капиталом, есть ли она в компании и правильно ли они ее понимают. Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые, несмотря ни на что, вместе с нами нас поддерживают. Это компанию Arzinger, Baker Tilly, Energobank, Universal, World Havel, Эдинбургскую бизнес-школу, MediaTrade, NBS на Кронецю, Лабугор и других. Я рад, что сегодняшняя тема крайне практичная и, вот, не знаю, наверное, важнее элемента нет, и я рад, что мы все вместе беремся за дело. Ни один человек в организации, ни один руководитель не работает в одиночестве. Я желаю вам всем успехов и осознанности. Самая главная функция обучения и развития – это измененное поведение сотрудников. Это их способность, которой раньше не было, достигать те цели, которые вы ставите, и так, как вам нужно. Мы видим определенную гонку, да, за лидерством. Вот впереди есть у нас первое лицо, есть человек, который, видимо, создал, он бежит впереди, он как локомотив тянет этот бизнес, да, и за ним появляется преемник. Некто, кто идет за ним, в этого человека вкладываются инвестиции. На самом деле компания там хочет развивать преемственников, готовить своих топ-менеджеров.